Всем привет, с вами Александр Полянцев, клуб игроков GTA San Andreas, и это прохождение восьмой миссии этой замечательной игры. Подружка Свита. На моей памяти это единственная миссия, в которой нам придется убивать практически своих людей. Но, тем не менее, они, безусловно, будут этого заслуживать. Hey, Carl, no time to chit-chat. Been seeing a Seville family beer, work out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need a ride out of here. Pronto. Oh, for sure, man. Hang in there. Drop our image and get heated. Никакого транспорта нам здесь не дают, и поэтому придется пользоваться тем, что вы припасли у себя в гараже, если, конечно, вы там что-то вообще оставили. В моем случае это машина Big Smoke, которую я припас еще в прошлой миссии. В начале миссии вам предложат заехать к Эммету, чтобы взять оружие, но я вам делать этого не советую, так как вы просто потратите время. Лучше набрать до этого пару-тройку обоим пистолета, автомата, как угодно, что угодно. Только не заезжайте к нему. Ибо Свита уже могут убить, или он будет уже серьезно ранен. И, учитывая, что миссия это не совсем простая, просто я здесь легко отделываюсь бампером. Вот. Лучше не рисковать и сразу идти на задание. Ну, к счастью, у нас тут есть машина. Также хочу заметить, что ни в коем случае не надо взрывать и вообще вредить, так как, сами видите, она вам пригодится. И сейчас нам придется удирать от этой, ну, несерьезной погони, на самом деле. Так как нам ехать совсем чуть-чуть до дома. И особую угрозу эти машины нам не представляют. А вот этот таксист оказался вполне серьезным препятствием. Больше они не захотели с нами связываться. Мы можем благополучно доезжать до дома. I see you inside, baby. Man, this set tripping is killing the families. You did good back there. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. Свит спасен, миссия пройдена. До встречи в следующей миссии.